Привет, мои хорошие. Коротко, ну не коротко, уж как бы подлиннее расскажу про родовые программы. Многие тоже в свое время интересовались, спрашивали, что это такое. Просто я сам как бы это воочию увидел в одном очередном трипе, проводил человека, и я увидел его программы, которые сидят с этим человеком. Хер знает сколько жизней, хер знает сколько лет. Ну, я же скажу, сколько лет я цифру эту увидел. Вот. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кто может, кидайте донаты. Люблю ваши комментарии. И вас тоже. Короче, родовые программы сохраняются, то есть... Каким образом она образуется? В определенный участок, не участок, в определенный период жизни человек, или не человек, дух принимает решение сделать какую-то вещь, которая тебя как будто кольционирует, как будто она тебя блокирует в принятии решений дальше. И у тебя, я увидел, что вот линия твоего существования, твоего духа, да, я не знаю, какое тело тогда было, потому что это было 1,5 миллиарда лет назад. И мне пришлось туда опуститься. Капец, я туда опускался, наверное, под час, наверное. То есть я занимался поиском вот этой причины. Причины, которая человеку не дает жить. И в этой жизни у человека депрессия, блядь, всякая хуйня, короче... Психические заболевания, еще что-то. Короче, жить не дает человеку. Человек не живет. Он просто мучается. И он себе, получается, мучается 1,5 миллиарда лет. И нашел причину, докопался. Я вижу, что вот это вот идет линия твоего существования. И когда произошел вот этот вот затык, затор твой, да, когда ты решил принять решение на основании дурацких каких-то дебильных программ, и линия вот так вот, чик, линия твоего существования, и пошла вниз. А вот эта вот, которая должна была идти, она тормознулась, пиздец. И вот эта пошла вниз и создает кучу альтернативных вот этих деструктивных реальностей, которые, ну, в твою жизнь сопровождают. И это просто пиздец. Самое интересное, когда я вот провожу людей, да, это у меня уже два раза, два человека проводил. Я каждый раз буду подключаться к ним и видеть их через себя. Вот, то же самое было с братом и вот с другом, который сейчас проводил недавно. И вот туда вниз опустился, где вот эта проблема, пришлось подниматься наверх. Наверх поднялись вместе с этим человеком. То есть этот человек наблюдал всю эту херь, как я опускался туда. Вот, опускался туда и поднимался. Потом оттуда обратно поднялись в нашу уже реальность, в наше, можно сказать, время. Ну так гипертрофированно сказал. Его надо было исправить, неважно, что туда надо спускаться. То есть всю вот эту цепочку исправить, именно ту причину, которая была сформирована 1,5 миллиарда лет назад. И вот эту мы цепочку берем и исправляем здесь. И мы ее исправили. Цепочка вот эта выровнялась. Это писец. Очень трудоемкое занятие. Человеку нужно было объяснить. Он увидел, вот что он натворил. Мне пришлось на него просто... Я вначале, ты понимаешь, что ты натворил? Ты понимаешь, что ты натворил? И мне приходилось уже просто вот раза три вот так вот заорать. И я чувствую, я так делаю гото. Пугающий, это все такой нарастающий, громогласный такой голос. Такой, я такой, ты понимаешь, что ты натворил? Да!
ты видишь, какая залупа получилась? Исправляй. Ты видишь, как исправлять? Да, исправляй. И вот эта вот херня, блядь, она просто вот идет на гигантском продолжении жизни. Она просто продолжается, вот этот затор. Это просто жесть. Вот. Жесть просто вот эти масштабы. Масштабы вот этих вот программ. А всего-то нужно было человеку быть в моменте позволения, то есть быть настоящим. А он берет и создает программу. Программу. Сам берет и создает программу. Люди сами создают свои программы. Просто вообще капец. И только убираешь эту программу, человек становится настолько счастливым. Пока не создает следующее. Но вот это все надо закреплять. То есть, если ты вот там через грибы, через что-то трепанул, да, ты не должен прекращать заниматься. То есть, ты не должен прекращать развивать себя, заниматься концентрацией и все, что с этим связано. Ты должен продолжать свою жизнь улучшать. Ты должен заниматься своей жизнью, заниматься жизнью в этом теле. Ты должен заниматься всем. Ты должен научиться быть правдивым, в первую очередь, самим собой. Вот это начинается от того, что ты пиздишь сам себе. Все эти затыки, потому что ты сам себе напиздел. Сам себе создал вот эту проблему. И попробуй вот так вот ее реши. Вот она идет. Гигантское просто количество жизней, лет. Просто жесть. Вот. И это все исправляется определенным образом. Потому что у меня было, вот человеку проводили 3 трипа за 3 дня. И в первом трипе убрали все подселения, все разом, практически все. Вначале все вышло с мухомором, то есть вот этот блевот, кто блюет, да, то есть у кого очищается сознание, человек перестает блевать мухомором, то есть он вообще перестает блевать. Блевотина, айваска, мухомор, все остальное — это все, что с тебя выходит, из тебя просто выходит это все. Про айваску, кстати, ничего не знаю, это то, что я только слышал, только про мухомор знаю. И второй трип был, это вот как раз таки мы доставали вот эту вот программу родовую, очень глубокую. Я считаю, это очень глубокое, блядь, 1,5 миллиарда лет, это же полный пиздец, блядь. Вот. И человек начинает жить. И следующий трип, вот третий, у человека был в полной осознанности. Он уже себя осознавал, он уже мог кофе себе налить, сварить даже его или еще что-то. А первый и второй трип это... То есть вот это полная неосознанность. Вот. Человек как это... То есть говорить даже местами не может человек. То есть вот так вот. Не местами, а вот в первом трипе человек вообще говорить не может. Но это был тяжелый случай на самом деле. То, что вот у меня было с братом, это был полегче случай. Но вот его сейчас надо собирать. Вот он преисполнился. Еще мы его соберем. Потому что он сказал, что он великий бог. И он все знает, и он все познал. Я вижу, люди мне пишут в комментариях, они тоже все познали. Мне больше этого не надо, я великий бог. Ты залупа. Потому что если ты не соберешься, ты просто залупой останешься. Если ты в этой жизни не соберешься, ты все время будешь сидеть там и думать, каким великим ты был. Ты был там Макаш, блядь, Иисус, еще что-то. Ты залупа. Сука. Пока ты не соберешься, ты никто. Так что вот так вот. Есть родовые программы, ребята. Не создавайте их. Учитесь. Так.
Все. Ставьте комментарии, пишите. Ставьте комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки, кидайте донаты, кто могет. Всех люблю. Всем пока.